Иорданские власти официально подтвердили гибель ранее захваченного боевиками Исламского государства Ирака и Леванта летчика военно-воздушных сил Иордании Аль-Касасбы. Как выясняется, он был заживо сожжен террористами еще 3 января нынешнего года. В Москве с болью и возмущением восприняли известие об этом чудовищном убийстве, совершенном экстремистами. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким Аль-Касасбы и всему дружественному народу Иордании. Мы поддержали соответствующее заявление для прессы Совета Безопасности ООН. В России не понаслышке знают о бесчеловечной сущности терроризма во всех его проявлениях. Подобные зверские преступления в очередной раз подтверждают необходимость консолидации усилий всего мирового сообщества в борьбе с этим абсолютным злом, которая должна вестись без каких-либо двойных стандартов на прочной международно-правовой основе.